Всем весенний привет! Сегодня понедельник, наверное, 18 апреля. Апрель точно я знаю. Наверное, апрель. 18. Вот такой Point Pleasant пляж. Солнце слепит глаза, поэтому я не вижу, что я снимаю. Надеюсь, все очень красиво. Сегодня 27 градусов по Цельсию было. Сейчас здесь 22, но все равно приятно. 5 часов вечера. Я уже до 6 побуду, до 7, наверное. Потом поеду домой. Заход будет в 7:30 с чем-то. Вот такой первый пляжный день. В апреле. 2016 года, если я не сказала. Пойдем к нему. Посмотрим. Нет, наверное, сильно трясется. Начнет голова. Или затошнит еще. Морская болезнь еще не успеет. Я лучше постою. Там какие-то радостные, сумасшедшие молодые люди с досками. Вот они плавали. Ветер такой чувствуется. Но не холодно, очень приятно. Дома восстанавливают после урагана Сэнди. Вот этот розовенький, там я видела, рабочие наверху стучали. И вот тот тоже. Может, потом улицу еще сниму немножечко, покажу. Там так красиво, у всех цветочки, белые заборчики. Они точно все в воде. И бесстрашные молодцы.